Эту песню певец и актер Алексей Воробьев написал для фильма «Неоконченный урок», в котором сыграл главную роль. Но она была практически написана о том, что происходит в этом фильме. Вот поэтому она, естественно, ну как-то очень легко, идеально легла. Роль Алексея – влюбленный в учительницу ученик вечерней школы. Актер уверен, многие ученики очень часто видят во сне своих молодых педагогов. Это, наверное, эротическая фантазия любого уважающего себя ученика вечерней школы, скажем так. Хотя и школьника, скажем честно, влюбиться в учительницу, и чтобы эта любовь была взаимной. Я люблю тебя, слышишь? Тебя, не нужно меня встречать, провожать, уговаривать, отговаривать. Ничего не нужно. Просто исчезнуть. Он и сам не избежал подобных фантазий. И поэтому играть влюбленного ученика в фильме «Неоконченный урок» Воробьеву было несложно. Конечно, я влюблялся во всех, и в учительниц, и в пионер-вожатых. В лагере «Орленок» влюбился в пионер-вожатых чужого отряда. Во второй раз уже в своего отряда. У нас были романтические отношения с ним. Но ничего такого, я был еще тогда пионером совсем. Исходя из богатого личного опыта, Алексей уверен, роман с учителем – это прекрасно и романтично. И у подобных отношений при правильном поведении влюбленных есть все шансы на счастливый исход. Если вдруг кто-то влюбляется в учительницу, главное держать это в секрете. Пацаны, кто-то хочет признаться своей учительнице в любви, только ей. Тогда, может, и сработает.